Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Ultimate General Civil War на легенде. И сегодня у нас вторая часть сражения за Гетисберг. Так, что нам надо? Нам, во-первых, надо успеть вот эти две точки взять, потому что у них уже красный таймер. Мне кажется, если их не успеть взять за 20 минут, то будет провал. А если мы возьмем вот эту точку, то мы захватим город. Победа будет. Будет победа в миссии, но мы ее не захватим. Потому что вот это расстояние, чтобы пройти, нужен час. А у нас тут всего два. А тут еще у нас будет бой наверняка. Вот отсюда мы, когда их выжмем, они отступят. Ну, то есть, короче, мало время. Было бы, ну, не знаю, часа три бы было. Можно было бы об этом говорить. А так, это полная фигня. Ничего не выйдет. Так что вот эти вот войска, которые я тянул туда, я лучше потяну их вот сюда. Сюда потяну и начну долбать край города. Хотя без укрытий. Да даже вот сюда тогда снайперов я отправлю. Фермы кого-нибудь будем долбить. Тут кого-нибудь будем долбить. Так, ты вон встань туда. Деревца не мешайте. Веба одного отправлю. Туда, ладно. Нет, форст пришлю тоже сюда, потому что мы их будем выбивать, они будут отступать, мы будем сжирать кого-нибудь форстом. Так, ну и пушки. А пушкам просто долго. Поэтому по дороге сюда их покатим лучше. Так они быстрее, я думаю, приедут. А вы будет разведать. Дальше. Ренсом. Давай уже вот так вот. Захватывай туда, в сторону, воюй направо. Артиллерию подтащим поближе. Кастер, иди помоги тоже там. Ренсон, бегом только сделайте оба. Тенри, ты готовься нападать на фланг. Ты иди вперед. Ты иди. Вперед. Ты нормально стоишь, ты нормально стоишь. Так, тебе бы спрятаться бы. Куда-нибудь спрятаться бы. Лидл, выскакивай. Стэнли, давай вот туда на ферму. По флангу будем фигачить. Здесь первая дивизия второго корпуса подкралась уже примерно, да? Давай вот сюда. Вот так только. Вот, вот так. Вот так вот вставай в укрепление в эти защитные. И все, что будет отступать, долби. Хотя нет, знаете, давайте лучше она пускай. Хотя она не сможет. Я не хочу второй корпус просто брать лес с пушками. Пушки будут в упор шрапнели бить. И первую дивизию второго корпуса просто отправить сюда на захват. Давайте, да, вторая. Тогда вторая дивизия. Ты вот знаете вот сюда бегом и будешь стрелять по тем, кто отступает. Так, а первая линия. Кто тут? Мак, наверное, да? А, давай. Чеши вот сюда. Вот. Сюда. Вот здесь. Сюда. Брэк. Вот сюда. То есть первое пойдет брать лес через холм. Да, я понимаю, что холм им тяжело. Но нам нужно на них сагрить просто все, что тут сидит. И тогда наш первый корпус элитный сможет подойти здесь. Потому что тоже в поле будет идти и получать супер урон. Подойдет и мы их дожмем. Если эти начнут ломиться сейчас уже туда, их подойдет, встретит наша вторая дивизия второго корпуса. Так, наружная артиллерия. Так, ну их по артиллерии сразу. Кемпер, прячься. Вперед. Вперед. Вперед.
Просто надо подныкать сейчас наши силы. Так, по флангу туда, по флангу сюда. Лидл, бегом. Тагри его на себя. Арта бьет по Муру, который стоит в лесу. И это хорошо. Знаете, Лидл сразу отхватил нешуточно. Криво встали. Мягко говоря, так. Раз. Два. Когда они криво стоят, они мешают друг другу просто. Бегом. Куда эти все бегать уже? Не добежим мы туда, куда я хотел. Видите, уже стоят враги. Макнейр, бери тогда ферму. Придется первой дивизии отсюда начинать противника гнать. Снайпера где наши? Пути еще, да? Начинать отсюда их подбадривать. Ренсом бежит. Оттис бежит. Пасы, генералы. Тенри что-то долго перезаряжается. Ну, он сейчас кемпер накинет. Надеюсь, по кемперу, хотел сказать, по кемперу эта батарея не вдарит. Вдарила она по кемперу, конечно же. Я думал, что Вилич успеет ее добить. Не успел. Так, Крокер, давай ты тогда по ней дай залп. А, все, успел. Ну, отлично. Все, Крокер, стой тогда, не высовывайся. Здесь замес пошел. Двигайся ближе. Артиллерия переводить на артиллерию. Ренсом. Сюда. Кастер. Прикрывать. Здесь. Снайпера наши не дотягиваются, да? Давайте ближе снайперов. Ух, Викман, да, Викман. И тогда на следующую точку. Куб, остановить вот здесь. Лидер. Туда, куда-нибудь. Так, этих отгоняем по чуть-чуть. По чуть-чуть, да по чуть-чуть. Макнейр добиваешь, да? Дженкинс, стой, пока не путайте под ногами. Отис. Отис, оставайся где есть. Свейзер, давай лучше вперед выходи. Оуп, тоже лучше сюда вперед выходи. Это стрелковые будут юниты. Ну, в смысле, будут они уже есть стрелковые, поэтому пусть встают и начинают дубасить с расстояния. Обнаружен противник здесь, но мы сюда и идем за ним. А кастером идем здесь держать трой. Видел. Так, вот с этой стороны теперь надо разобраться. Давай на фланг. 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 Я, наверное, Крокер. Ты, наверное, иди на фланг, а ты пока займи его место. Так, этих флангуем. Импер вперед. Мур. Бегом вот туда. Лидл, бегом вот сюда. И Стэнли. Бегом вот туда. Все, вроде тоже тут у нас сейчас будет линия, да, тут линия, и сейчас снайпера еще кого-нибудь там подстрелят, я надеюсь. Пушки тянут, да, без пушек, конечно, грустно, совсем грустно без пушек, но вот так вот дивизии выходили, первая, вторая, мне сильно удобней держать в одной дивизии, условно, всю артиллерию. Чем ставить там 4 пехотных, 5-ю артиллерийскую, например. Но если бы я так делал, то сейчас бы у нас была артиллерия. А из-за того, что у меня в одной дивизии только
пехота, в другой только артиллерия. У нас сейчас вот такая вот засада, что пушек нет. Так, что там в плен взяли? 56. Два раза. Видимо, взяли, и тут же она отступила, да? Так, вот идет. Так, ты тихо-тихо-тихо, ты стой, не стоишь. Мне нужен вот этот парень. Ближе сюда. Едут еще. Пинкер, заходи в лес. Мур, выходи в лес. Лидл, подходи ближе. Тенли, по флангу вот этим парням давай. Накидывай. Рэнсом начал гасить. Каттер, и прикрывай. Так, мани нить не влазит, да? Давайте туда тогда уходите. По арке. Ближе, ближе, ближе. Зажимайте, зажимайте. Стой, стой, стой. Лупи сюда. Ты не в ту сторону воюешь. Так, давай-ка. Ближе сюда. Так, вон какие-то стоят, да? Ну-ка, давайте-ка снайпера их разносите нафиг. Так, а ты не снайпер. А где снайпер, маленькая бригада была? Не то, что разнесли, да? Были же маленькие снайпера. А, вот же они. Это они есть. Все, эти снайпера туда фигачат. Блонкинс, давай сюда на помощь. Пушки еще не уничтожены. Эти запутались между собой. Такое бывает. Давай. Лидл, врывайся в лес, чтобы снизить урон. Стэнли, бей им фланг. Стрелки Рэнсона, бейте им фланг. По арке. Вот не пойму, почему пушки все время переводят цели свои. Вот сказал, бей по арке, все, стой и бей. Я понимаю, когда цель пропала, тогда она переводится на ближайшую. Но цель-то не пропала. Она же все время на виду. Мур, куда ты нахрен поперся? Вот же сюда. Давай, мани, пока. Ладно, все, не давай, он уйдет. Так, 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 хватай кастер-ферму. Не отбивайся. То он попал в плен и выпал из плена. Да что ж такое-то, все пленные выпадают. Давай, вот, заворачивай сильнее, крокер, заворачивай сильнее. Мур, разбей уже батарею наконец-то. Вперед, 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 вперед. Зажмем тут. Их распигачим. То он отцепился, все, не хочет больше в плен попадать. Ух ты, Лидлу достается. Ух ты, там достается Лидлу, как нешуточно. Да что, никто не... Да ё-моё, 500. Гасите уже арту. Нафиг. Вот она стоит. Нет, заблокирован. Да вот же она. Бить по ней. Окаянные.
подошел. Пойду. Да, там, конечно, Лидову прилетело не на шутку. Так, но это мы сейчас выбьем. Это мы сейчас подкрадемся, тоже выбьем. Ну, в принципе, наверное, все. Арта, наверное, сейчас подуспокоится. Давай по той. Не пойму, по ней-то. А, нет, по ней не попадает. Да, тогда. Да, иди пешочком пока что. О, Стэнли, прячься в окоп. Нет, смотрите, еще долбит. И там еще долбит, и в ту сторону. Все, пошел счетчик у арты. Все, арту сейчас, значит, прибьем тоже. Пошла рукопашная. Видел, давай, встречай вот этих отходящих. Они через стену бегут рукопашиться. Взяли в плен. Выводи. Бегут генералы. Но генералы... Хотя, что бы генералов бы не добить. Давай попробуем добить генералов. А, давайте заворачивайте за ними. И добивайте. Где 2000 еще осталось. Есть, этих всех разнесли, да, взяли в плен и разнесли. А, ну, генерала еще не разнесли, но генерала разнесем. Так, Лидл, да, ты, конечно, тух там, ну, что же делать? Все, мы взяли все, что нам надо, у нас еще час, но за час мы эту точку не возьмем, поэтому сейчас окружим город и будем просто долбать всех, кто в городе. Давай, Ренсон, выходи сюда на ферму, Кастер ближе, этих долбим. Брэк. Туда прячься. Веб подкрадить, посмотри, что видно. Пушки пока не успели приехать наши. Форс так ни разу не поучаствовал в бою. А генералов, я думаю, сейчас прибьют сами. Видно везде, да? Думал, просто линии поставить. Нифига не видит. Надо забирать. Давайте вот туда бегите. Туда бегите. Так, ну а вы по центру пойдете тогда. Так, ну что, генерала-то добьем. Мэр где-то. Давай! Нет, не добили еще. Тут отступают. Так, а вы стрял под арту, потому что вон обнаружил врага. Гаубицу тащим сюда тогда. А, 24 только. Ах, черт, не видит. Не видит она его. Так, вот крадутся силы вражеские. Через реку их будем встречать сейчас. В реке, может быть, ну, если они попытаются, то мы и в реке будем долбать. А если не попытаются, то будем долбать их в полях. А, так, опять вебы видят. А он никого не видит. Вот тут где-то сидят стрелки, дальнозорки, дофига. Видят веба. И генерал то ли сбежал, то ли уничтожен. О, как раз сейчас Стэнли встанет на ферму, будет по флангу убивать. Куб будет. В город зашли. Ага, вот эти ребята. Бейте их. Макнер, прячься за железную дорогу. Брэк, прячься за железную дорогу. Минти, обходи их сбоку. Веб, атакуй сбоку. Так, Вич, атакуй сбоку. А вот обходит.
Кемпер обходит. Давайте Форста, может, накинуть-то. Тут как дела? Ну вот Стэнли подошел, отдубасил Коттера. Во всем есть началась рукопашная у нас. Форест выдвинем немножко в сторону. А, убежали, не успели мы их зацепить. Давайте тут рукопашников долбать. Прячемся в лесах. Так, ну и по левому флангу тоже давайте что-нибудь делать. Так, ладно, вы там стреляете. Стреляйте дальше. Заходим ближе в город. Коуп. Кастер. Офис. Бегут разбитые силы вражеские. Так, а там же я еще забыл артиллерию. Совсем далеко уже. Зигфрида. Ладно, пока выходим на позиции. Ты куда побежал? Ты же снайпер. Так, ага. Где-то там артиллерия вдалеке по нам долбит. Ну-ка, давай-ка, Нинте, ближе прокрались. Обнаружь ее. Вич спрятался. Отлично. Так, ну это мы со всех сторон уже долбим бригаду. Я думаю, она не уйдет. И вот я думаю, что Форест как раз бы тут сейчас ее бы подщучил. Так, а вот уже их подходят силы. Справа, а мы еще не добежали. Мы еще не добежали. Так, Макнейр, выходи сюда. Не надо там ту бригаду ловить. Форест, лови. Форесту надо, тебе не надо. Тебе надо напасть вот отсюда. Так, веб. Пододвинься немножко. Крокер на ферму. Макнейр. Здесь Вич глубже в город. Так, Форест не успел. Лады, двигаемся тогда вперед. Здесь пока тоже ничего не происходит. Ну, 30 минут. За 30 минут, я думаю, тут уже без шансов что-то позахватывать. Так что просто будем крушить врага по мере сил. Эти даже не стали атаковать нас. Ну, не стали. А, давай-ка веб он туда, потому что тут кто-то формируется, какая-то бригада. Не знаю, что она хочет. Может, хочет нас атаковать. Пушки приехали. Ну, вот эти 1500 мы еще задолбим. Так, мани... Ох ты, там кто-то конкретно гасит по нам. Где Зигфрид? Зигфрид, нам нужна разведка. Потому что мы стоим в поле тут, и это очень неприятно. Так, давайте начнем здесь. Так, причем мы шрапнели получаем, то есть они вообще близко где-то. Ну-ка давайте-ка, парни, еще только отойдите, я думаю. Я стали бегать. Вот здесь сейчас встанем в лес. Ты стой здесь. Ты дай по флангу. Тот отступил. Ренсон, заходи. Коуп, заходи. Даже вот так заходи, окружай. А Кастер, заходи отсюда. Так, вон обнаружены какие-то поганцы. Ближе Макнейр. Не пришли нас тут атаковать ребята, которых я ждал. Так, Коуп, разворачивайся, они бегут. Брэд Кемпер сильнее, так, туда на правый фланг. Там отбили, вот обнаружена артиллерия.
Да, и она нас тоже обнаружила. Ну, давайте-ка по артиллерии набежим, парни. Ты набеги сюда, ты набеги на артиллерию. Ты окружай здесь. 9 минут осталось. По большому счету, может, уже и не стоит. Ну, про то, что мы не захватим эту точку, было понятно. Цели такой и не было. Цель обдолбать их как можно сильнее. Но видите, как Лидлу опять не везет против форты. И эти наши уже тоже еле шевелятся, они уже не бегут. Поэтому они очень медленно идут в атаку. Мани 1200 потерял уже. Давайте здесь подойдем ближе к ним. Начнем отстреливать. Хорош, ты куда идешь-то все так близко-то? Просто надо на фланг был встать. Ой-ой-ой-ой-ой, так, Мур, бегом, ты отдохнул, ты и беги. А, нифига подобного, не успел Мур прибежать. Тысяч потери у нас, а у врага фиг знает 46. А мы потеряли 7. Ну ладно, что же делать. Пишите комментарии, ставьте лайки, спасибо за просмотр и пока.